Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Агдамский район. Глава государства принял участие в открытии 110-35 10-киловольтной узловой подстанции Агдам открытого акционерного общества «Азер-Энерджи». Президент «Азер-Энерджи» Бабарзаев проинформировал главу государства о проделанной на станции работе. 110-35 10-киловольтная узловая подстанция Агдам построена «Азер-Энерджи» на территории села Шелле, расположенного на границе Агдамского района с Ходжалистским районом. Было отмечено, что строительство этой подстанции на границе Агдама и Ходжале имеет особое значение. Подключив к энергосистеме страны, наряду с некоторыми селами района Ходжале, Аскеран, Ходжавент, Агдаря, узловая подстанция Агдам в качестве резервного источника питания также обеспечивает надежность энергоснабжения региона.